слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Да, снова доброе утро. Александр Шунин, Абек Элкин с вами в студии. И, доброе. Как и обещали, с нами на связи автор идеи, то, что называется, ночного мэра, депутат Рижской думы Лайма Гейкина. Госпожа Гейкина, доброе утро. Доброе утро всем. Да, и на прошлой неделе состоялось заседание в Рижской думе, обсуждали... Комитет по безопасности, да, и порядку. Да, обсуждали вот это предложенное вами нововведение. Давайте обсудим и сейчас, что подразумевает вот эта должность, то, что в кавычках берут ночного мэра. Будет ли это действительно мэр ночной, то есть чиновник или там депутат, или это общественная должность? Ну, вот обо всем об этом. Ну, я, наверное, начну с другого конца. Я не начну с мэра, потому что это самое последнее, о чем мы будем решать. Я начну с того, что ночная жизнь, мы хотим или нет, она параллельно существует. Осознаем это или мы нет. И я бы упомянула три таких основных фактора, почему мы как раз сейчас говорим о ночной жизни. Во-первых, мы получаем в Рижской думе много разных жалоб об антисоциальном поведении или шуме в Риге в ночное время. И вот это тоже является стимулом говорить об такой системном подходе, как заботиться о подрощении. Ну, о безопасности, да, порядок здесь тоже уместно сказать. В городе. И я уже год делаю такое исследование, как этими проблемами справляются разные города в мире и в Европе. И то, что я нашла, что... Политика ночной жизни осуществляется в городах, где более 200 тысяч жителей. Так что Рига – самый большой город в Латвии. В Риге очень много студентов. В Риге очень с большим спросом у туристов, когда будет опять возможность вернуться вот, в Ригу разным людям с разных стран. Так что мы уже сейчас, во время ковида, пока не очень большая активность вот этой части дня или суток в Риге, мы должны подготовиться к этому. И это значит, что логическая цепочка действий предполагает, что сперва мы разъясняем концепцию ночной жизни, возможно, большему кругу заинтересованных лиц и организаций. И, конечно, спасибо вам за представленную возможность лишний раз об этом мне рассказать, потому что параллельно будет создана рабочая группа, которая будет разрабатывать вот эту концепцию ночной жизни Риги. И только потом, когда у нас будет и концепция, и план действий, тогда мы будем смотреть, кого мы можем задействовать как лицо, которое будет посредником между тремя заинтересованными сторонами. Значит, руководство города, ночная индустрия и как самая большая группа по интересам рижане. Это процесс, это не решение теперь и вопрос мэра. И это тоже еще вопрос, как мы будем называть вот эту должность, потому что в разных городах это называют по-разному: менеджер, координатор, медиатор. Так что здесь есть много возможностей. Может быть, несколько слов пояснить чуть-чуть, поскольку вы изучали эту тему. Насколько вообще активна ночная жизнь? Потому что я предполагаю, что очень многие люди даже ее не представляют. Да? Ну, мы понимаем, что, наверное, люди молодые, есть дискотеки. Может быть, понятно, что работают бары. Ну, в пандемию, наверное, не очень активно, но тем не менее. Насколько вообще действительно активна ночная жизнь в Риге? Должна ли она быть еще более активной? И нет ли такой опасности, что вот вы свои дискуссии, ну, как бы
можете дать такой сигнал каким-то людям, что да, действительно, нужно ночью не спать, можно, нужно, так сказать, тусоваться, шуметь, и в результате многие рижане скажут, ну зачем же вы будете вот на смеру, да, вот это ночное спокойствие беспокоить, да, ну я, ладно, я понимаю, что в Старой Риге это специфическая история, там не так много жилых вообще квартир уже осталось для жилья, но тем не менее. Ну, во-первых, ночная жизнь или политика ночной жизни основывается на четырех таких больших темах. Первая тема – это планирование города, потому что традиционно мы планируем, мы думаем, что город – это пространство и общество, которое живут в этом пространстве. А вот мы должны учитывать вот и это временной аспект в планировании города, как мы планируем и зонируем разные территории в городе. И здесь есть примеры в разных городах мира, что есть зоны, где люди могут выбрать себе место жительства, где потише, где поспокойнее. И есть зоны, как вы уже упомянули, и Вецрига, и, может, центр, и Таллинес кварталс, и создаются все новые и новые места, где все-таки есть эта возможность и качественной жизни, культуры, спорта и развлечений. Потому что мы не можем сказать, что ночью только люди развлекаются. Ночью люди и работают. И это уже опять еще один аспект, это аспект транспорта. Могут ли эти люди, которые ночью работают, разные профессии и должности, могут ли они пользоваться городскими благами ночью так же, как и мы, которые работаем днем? Uh-huh. Это еще один аспект социальной защищенности вот этих людей. Еще один аспект – это, конечно, вот эта безопасность. И еще четвертый аспект, очень важный – это экономика. И то, что я читала в отчете по 2019 году, нью-йоркской ночной политики, то там такой вот сеттинаймс, которые рабочие места и заработная плата, связанная с ночной жизнью, растут быстрее, чем экономика остальной экономики города. Это, конечно, мы должны еще исследовать и собрать данные, на которых мы будем строить вот эту особенную для Риги ночную политику, но мы не можем игнорировать тот факт, что город живет 24 часа в сутки, и не только развлекается, но и работает, и пользуется качественной, многообразной культурной и спортивной жизнью. Я напомню, у нас в гостях Лайма Гейкина, депутат Рижской думы, автор идеи, что называется, ну пока достаточно условно, ночного мэра. Госпожа Гейкина, очень интересный рассказ, и действительно вопросы, которые вы поднимаете, которые актуализировали, они имеют место, они должны быть рассмотрены. Ночная жизнь в более широком понимании, чем только развлечения. На самом деле многие работают, перемещаются и так далее, процессы происходят. Но невозможно не задать вопрос, почему это происходящее не могут регулировать уже имеющиеся силы, службы, учреждения и ведомства. Например, вы упомянули проезд на общественном транспорте в ночное время. У нас есть Рига Сатексме, у нас есть департамент движения, у нас есть комитет по вопросам движения в Рижской думе. Та же самая безопасность, муниципальная полиция, которая прекрасно работает, выезжает на вызовы 24/7. Опять же, и департамент безопасности, и комитет безопасности. А почему, на ваш взгляд, нужно разграничить вот уже имеющиеся силы и добавить к ним новые? Потому что я думаю, что проблема вот такого целенаправленного планирования является именно в этом разграничении или дефрагментации ответственных департаментов. Потому что проблема комплексная, ее надо комплексно и всесторонне решать. Это значит, что мы должны сесть все ответственные институции за вот эти ваши упомянутые проблемы за один стол
и решить, как мы это будем делать. Например, наверное, Рига с Сатексами не одна будет только решать проблему ночного транспорта, потому что там вопросы, например, надо исследовать, как вообще перемещаются люди, и вот ночью в Риге, и тем более, как безопасно после развлечений в городе попасть домой. Я, например, читала, что и в Лондоне, и в других городах есть такая политика ночной индустрии, барной индустрии, которая к последнему напитку, которая... которые покупаются у них, дает со скидкой возможность вызвать такси, чтобы не был вот этот дополнительный шум в городе, и чтобы люди могли спокойно и дрожь добраться, безопасно добраться домой. То есть такой тонкий намек, тебе пора. Да, ну не только пора, но тебе пора. Да, ну есть и возможность, да. В безопасном виде. Uh-huh. И вот еще одна такая большая часть дискуссий Бриприт и Годарпс. Ну, работа добровольцев, да. Uh-huh. Работа добровольцев, которые вот в Амстердаме, например, там целое такое движение, которое помогает вот этой полиции справляться с такими антисоциальными какими-то действиями или поведением. И вот эти люди на улицах, они помогают людям решить их проблемы, освобождая вот эту полицию от таких мелких каких-то разъяснений, чтобы полиция могла заниматься, ну не знаю, такими... существенными проблемами, как, например, насилие в семье или домашние скандалы, где абсолютно нужна вот эта полиция. Ну, так что... Помните, в 80-е годы было такое движение ДНД, добровольная народная дружина? Ну, я помню, я сама участвовала. Да. Вот, может быть, такой вопрос, который вы косвенно затронули. Значит ли это, что, в принципе, на ваш взгляд, что ночью должен курсировать и общественный транспорт? Да? Ну, по крайней мере, чтобы люди, у которых, может быть, нет столько финансов, чтобы вызвать такси, мы знаем, что иногда и с этим есть проблемы, особенно пятницу и субботу, нужно долго ждать. Может быть, вы считаете, что по каким-то маршрутам, где вот эта ночная жизнь активно происходит, да, должно быть движение, не знаю, трамваев, автобусов, троллейбусов. Ну, может быть, понятно, что не каждые 20 минут, как дневное время, но хотя бы раз в час, чтобы этот транспорт был доступен. Какой-то дежурный рейс. Да, да. Да, обязательно. Я, например, знаю пример Стокгольма, где вот эти дневные маршруты, они не дублируются ночью, но создаются новые, такие удлиненные. Специальные, да? И такие разными крюками маршруты, чтобы... Но это тоже... должно быть поставлено, ну, обосновано на данных, как люди перемещаются, где их больше, где их меньше. Но это не значит, что не могут быть созданы новые ночные маршруты, которые бы решили вот эту проблему. И поскольку проблема сложная, это нельзя решить одним департаментом или вторым. Это должно решаться комплексно, системно. И от этого должна быть разработана вот эта политика и план работ, и сразу видно, кто с кем будет кооперировать, сотрудничать. Вне всяких сомнений. Все так. Следующий шаг, во-первых, что произойдет на пути к этим решениям и когда ждать результат? Вы говорите, необходимо исследование, безусловно, в том числе транспорта и людских потоков. Когда приступят активно к этим исследованиям и когда будем ждать результатов? Ну, план на то есть план, что в этом году мы создаем вот эту рабочую группу, которая создаст вот этот заказ на исследование и на разработку концепции.
И когда вот будет готова, я надеюсь, что на следующий год должна быть готова вот эта концепция, и под этой мы будем делать вот этот план действий. И тогда будем уже смотреть о человеке, о персоне, которая будет руководить вот процессом и продолжать все то, что мы сделали. Конечно, здесь я сразу могу сказать, что у разных городов разные бывают и вот эти координаторы ночной жизни работники городского управления, но бывают и в негосударственном секторе, где ночные индустрии выдвигают своего человека. Так что это тоже еще объект дискуссий, где рижане смогут высказать мнение и насчет названия вот этой должности, которая будет, и, конечно, как лучше. Это я бы, с моей стороны, если я смотрю, мне кажется, что вот ответственность должна быть у руководства городом. Но, конечно, это еще вопрос дискуссии. Ясно. Огромное спасибо, госпожа Гейкина. Как раз время у нас истекает, так удачно мы завершили. Лайма Гейкина, депутат Рижской думы, автор идеи так называемого ночного мэра, была в нашем эфире. Еще раз огромное спасибо за рассказ, удачного дня. И с нетерпением ждем, конечно, шаг за шагом развития этой темы, потому что вопрос на самом деле важный, на самом деле интересный. Ну, надо думать, как решать. И если есть возможность... Жизнь днем не заканчивается. Да, если, так, во-первых, есть возможность, ну, с позволения сказать, разрулить ночную жизнь так, чтобы и город жил, и происходили какие-то тусовки, и все это не мешало мирным жителям, которые хотят выспаться перед рабочим днем, и решение транспортных вопросов ночью, и вопросов безопасности, это можно только приветствовать. Будем участвовать, и мы, как Радио Болтком, и, надеюсь, вы, наши слушатели, конечно же, тоже примите активное участие в обсуждениях. Общественное обсуждение последует, как только что сказала депутат Лайма Гейкина. Что ж, на этом мы с Абиком с вами прощаемся. Утро на Болткоме завершается. Работа Болткома, тем не менее, продолжается. Скоро новости. Сейчас я перемещусь за другой микрофон, а потом добро пожаловаться, диагноз недели и далее по списку. Оставайтесь с нами. Хорошего дня. До свидания.